занимаемся мини-футболом, также участвуем в других турнирах. Выиграли Кубок Министерства обороны. Пляжный футбол, ну, как-то необычно. Много по-другому мяч отскакивает, другие приемы надо принимать. Ну, как на твердой поверхности. Но так довольно понравилось, необычно. Нам понравился очень турнир. Хорошее судейство, хорошая организация. Предложили наши тренера, мы согласились поучаствовать первый раз в этом турнире и почти успешно. Ну, непривычно играть, конечно, на таком песке, первый раз получается так играть, но мы все-таки смогли и заняли третье место. Думали, ну как бы не рассчитывали на какие-то призы. Но мы подумали, мы сможем взять, потому что чем мы хуже, тем лучше. И у нас командный дух воспрял, и мы смогли победить. Если честно, и в пляжный футбол играть сейчас нам первый раз как сыграли, нам очень понравилось, и мы еще будем дальше участвовать в этих турнирах.